Ты на ней, получается, будешь, да? Ну, сейчас, да. Телепортируюсь. Чё по почте? Что-то сходил в ПВП, так курить захотелось. Ну, сходи. Да блин. Такое сидел на стриме, уходить курить. Да ладно, вон. Тёма уходит, и нормально. Ну, эту Тёма такая. У Тёмы свой стиль. Он же раньше тоже не выходил, так курил. Ну. Так, все, я тут. Пойду почитаю Угу. документацию. О, Красной войны. Пора в бой, страж. Чего тебе не хватает? Пора в бой, страж, чего тебе не хватает? Че? Нормально. Да, пистолетик дали. Хороший. Я так понимаю, да? Достигните ранга доблести легенда. Погоди. Не прячься, варвар. А он какой хоть мощный? 211 револьвер. Нормально. Изгой, тактическая подготовка. Надеюсь, ты выполняешь свой долг, страж. Горнилу Стабильность. всегда не хватает бойцов. Стабильность Как 2. странно. Мы на одной планете, но при этом меня типа это. Вы покинете текущую планету, если вступаете. Зачем, блядь? А типа разные серверы какие-нибудь. Ну, возможно. Красный легион против редфреймов. Жалко, что я не могу сражаться. Докладывай. Нам нужно починить. Что кто-то иначе я забыл. Удерживали мемента в ЕМЗ долгие годы. Да не, так нормально выглядит. Я нужен горнилу, страж. Приступим прямо сейчас. Тут увеличенный магазин. У нас магазин увеличится, но скорость перезарядки уменьшается очень сильно. Стабильность тоже. Да не, и так оставим. В принципе, нормально. Так, дробовик, револьвер. Автомат. Нахрен. О, у меня там рука какая-то синяя. Нормально. Надо будет, кстати, себе какую-нибудь фиолетовую руку взять. Приходи на собрание ключа войны сегодня ночью. Да, Сура, это отличная мысль. Ты уже много лет не общался. Рано или поздно тьма снова окружит нас. Мы должны быть готовы к этому. Крутись, давай. Мир в огне. Нам нужна твоя помощь. Рано или поздно тьма снова окружит нас. Мы должны быть готовы к этому. Нормально. Чё? Да, я тут оружие чуть-чуть меняю. Скорость снаряда. Удобство, стабильность. Этим оружием. Ты про эту тетку, что ли, хотел мне сказать, то, что на планету? Про какую тетку? Ну, которая вот здесь вот. Да? Ну, вот там. Я тебя не вижу. Под куполом. Под куполом? Или... Ты имеешь в виду, у которой донатные вещи? Да. Ты нет. про нее хотел сказать? Да нет. Я про нее уже тебе сказал. Про что тогда? В смысле?
Ну ты что-то хотел? Да нет. Вроде как не хотел ничего говорить. Так, 95 тысяч. Тебя, кстати, сколько по этому? По кубикам? 69. Нормально. Триумфы, коллекция. Клан. Ну чё, поедем по заданиям-то? Смотри. Куда? Где вот этот горнило на крышу. И горнило на крышу. Кого? А почему я опять тебя не вижу? Ты должен меня видеть. Вон или... Ты в списке здесь. Ты у торговца? А, вот он, ты подо мной бегаешь. Я наверху. Справа или слева? Сзади. А, по проводам? Да, и смотри, в чем прикол. Ну, тут не дамажит. Нет. А, эффект? Да. Он появляется тут после того, как вот забираешься туда. Нормально. Я решил включить так, чтобы у меня маска была. Даже здесь. Ну чё, поехали. Запускай. Нес. Прямо отсюда сразу. Угу. А, у меня 19-й. А, ну нормально. Я сейчас скоро апнешься. Ну. Командор Завала хочет снова объединить авангард. Угу. Пока он готовит нападение на Всемогущий, мы найдем Кейда и Икору. К счастью, мы поймали сигнал, посланный призраком Кейда. Он исходит из кентавра Несс. Странно. Кентавры — это же просто большие булыжники на окраине Солнечной системы. Там ничего не должно быть. Загрузился. Ну, это почти. А, тоже заставка? Угу. Блять, как же, сука, красиво. Угу. А мы думали, здесь ничего нет. Поднимемся повыше, чтобы вычислить местонахождение Кейда. Я прошу прощения, а можно меня на денек туда? Чисто побегать. Побегать, пофотографироваться. И загрузка. Угу. Поехали. Довольно быстро. Кажется, поймал. Я по горло. Ловушки вексов. Нейроматрица. Ловушка вексов? Во что нас втянул Кейд на этот раз? Что-то транслирует сигнал Кейда в космос. Если мы найдем это что-то, мы найдем и Кейда. Нам вроде сюда, да? Прыгай в лифт. Да, нам туда. Да, и дамаг не получаешь.
Сигнал идет из обломков корабля. Ну а нормально. Да. Ой, ты не Кейт. Экзокейт 6 в данный момент находится в цикле порталов. Он там. Ой, а теперь там. Ой. Нормально. Он перемещается? Это усложняет нам задачу. Я могу помочь. Но буду при этом настоящей врединой. О, вредина мне нравится. Извини. Что? Я послала вам его новые координаты. Вопреки здравому смыслу. Ладно. А, все. Не, ну ладно, чего уж тут. Чем еще я могу помочь? Помолчать можешь. Слушай, угу. Ты в порядке? Ты как-то странно себя ведешь. Я нейроматрица корабля «Черный исход». Зовите меня Нейро. Я усилила сигнал Экзокейда 6, чтобы его спасли. И вот вы его приняли. А, я понял. Она искусственный интеллект. Причем неисправный. Я слышала. К вашим услугам. Что это тут будет полный пипец? Ау. Ну ты, конечно. Я об дерево молодец. Пизданулся. Опа. Здесь кто-то есть? Не спрашивай меня, как это случилось. Мне некогда объяснять то, что я сам не понимаю. Осторожно, или вексы вас испепелят. Опа. Подожди, это снайперка. Это не то. Хм. Кого? А. Гоблин, здравствуйте. Угу. Еще подвалили. Херай, там вышло. Ну-ка, вот так вот. А, им в грудь надо стрелять. Угу. Ну, точнее, в светящуюся хрень. Угу. Вот вы неугомонный-то, а? Все? Да. Да. Направо. Направо. Что здесь произошло? Кейт 6 пытался управлять телепортационной системой Векса. Теперь он застрял в нелинейной цепи порталов. Нормально. Свою защиту скажу, я предупреждала. Он типа не очень. Загрузка. Да, дела у нас неважные. И давно ты здесь болтаешься? Так давно, что видела, как вексы захватили астероид, уничтожили на нем все живое, переформатировали молекулы и оцифровали мозговые волны для дальнейшего изучения. Увлекательное зрелище. Что-то на этом слишком. Увлекательное зрелище. Подожди, а как тут... А. Даже так? Угу. Ну
хоб-гоблин. Угу. Так, щит поставил. Минус. Да, с вашей компанией, конечно, не соскучишься. Угу. Ну. Вы хорошо сражаетесь с вексами. Лучше, чем мой экипаж. Я уже боюсь спросить, Нейра, но что случилось с экипажем Черного Исхода? Только у капитана есть доступ к этому блоку памяти. Угу. А он... Да, это... У-ху. Прикольно. Угу. Я, пожалуй, даже вот так тут сделала. Проходите через них. Эй! Чё там? А, не долетел. Ситуации надежнее, чем у Экзокейда. Я воскрес. Я по прямой просто прыгнул. Рано прыжок заюзал. В смысле? Я тоже ленивый, ну чё ты? Во, всё, полетели. Ух, опасно. Мы прошли. Мы целы. Конечно. Экзокейд 6 уже недалеко. Да, правильно, правильно. Вот. А. Уже такой. Да, да, да. Здорово. Блин, мне нравится вот так. Ты! Вытащи меня отсюда! Слышь, ты сейчас договоришься. Это что? Гидра, что ли? Не-не, сначала она, потом уж я. Лови. А я, пожалуй, в голову ему вот так тут постреляю. Минус. Да. Так, держать. Начнешь проигрывать, поднажми. Ну что там, она мертва? Я так кручусь, что боюсь меня. Он даже, блядь, договорить не успел. А, у тебя тоже? Да. Давай, быстрее, ну. Не знаю, как долго продержится портал. Кейт, да как ты? Стоп. Слушайте, короче, не думайте, что я не знаю, что делаю. Я знаю, ну, может и нет, неважно. Если вы отрубите источник энергии, цепь порталов разорвется, я отсюда выберусь. Вы поняли? Повторите. Говорите! Ладно, я скажу. Мы поняли, Кейт. Блять. Ты ешь конвекс! Вы вообще слушали, что я сказал? Вот почему никто не любит выпускать его из башни. Ну да. Такой, да, еще скажу. Не, давай, ладно, я скажу. Такой, блять. Вы поняли или нет? Да. Так, что у нас там? Да, загрузка. А. Нейра, мы на точке. Кейт закрыл в системе порталов Вексов.
Поможешь найти источник энергии, чтобы его вытащить? Ах да, если найти телепорт Векса, который использовал экзокей, то можно будет отключить портал и освободить его. Я покажу. Хорошо, значит, нам надо найти телепорт и отключить его. Легко. Привет, Кусь. Да, привет, Кусь. Не в ту сторону. В смысле? Кусь, лапси за локоть, как настроение? Да, потихоньку, нормально все. Вот. Как твое? Иди сюда. Угу. Это за гадость? Это радиолерий. Мозговая жидкость Вексов. А, я понял. Органическое вещество. Значит, Вексы только наполовину роботы. Да тихо. В смысле, блин? А как мне допрыгнуть? А, с задержкой все хорошо, потому что перезапускали стрим. Да. У меня все отлично. Кусь Гермезовушка, как ваше настроение? Я уже ответил. Я не знаю, как у Герми настроение. Как еще может быть? Ну, не знаю. Может, все вообще супер. Отлично, хорошо. Занесло на НЕС. Я знаю как. Во-первых, хватит подслушивать. А во-вторых, и какой же ответ? Он просил никому не говорить. О, сейчас будет месиво. Внимание, обнаружена угроза Вексов. Они блокируют вам путь к телепорту Экзокейда. Придется их уничтожить. Окей. Да без Б. Вообще. А как бы это и собирался сделать? Блин, да хрена их тут на самом деле. Что-то их прям тут до хрена вот так вот сделаю. Ух! Сейчас умру. Тихо. Да нет. Я за камень встану, отхилюсь. Как играется? Да, нормально. Да, потихоньку. Блин, а? Ты это осторожно, они когда подходят, взрываются. Да я понял. Я вообще наверху тусуюсь. Но мне прям сильно продамажили. Поэтому я спустился за камень стол. Нормально. Вот и все, в принципе. Я думала, что массовое уничтожение Вексов поможет мне отвлечься от тоски по моему капитану экипажа. Помогло? Не особо. Угу. Это и есть телепорт Вексов? Да, он понадобится Кейду 6. Возьми его. Вот тебе, железяка! Я снова свободен! Ура! Освободила. Где это я? Экзохит, вы находитесь рядом с останками моего ядра. Что я не понял, а где он? На
черный исход. Сейчас увидим. Место, где сбываются мечты. А, зацени, какой у меня этот. Да. Меч? Нет, вижу, желтенький. А. Там цвет ему можно менять. Я знаю, да. Нам назад. Если бы у меня были чувства, я бы обиделась. Понятно. Каждый троллит друг друга, да? Да. О! Ты че? Ать! Ну, вот. Садись. А я не знаю, как. Нельзя. Просто запрыгни. О-о, падшие задали вексам жару. Ну, в смысле, устроили резню. А попробуй ускориться. А, ну нормально. Да, поэтому лучше уж так. Мне интересно, когда нам лишний дадут? Там его как-то получать надо. Мы знаем. Зато так... Что-то я догадываюсь, походу, как. У меня загрузка. Поэтому ты и слетел с меня. Я понял. Нихера там. Монстрик. Он уже с кем-то там стреляется. Ну... Я просто хотел, чтобы Векса и Патши переубивали друг дружку. Нормально. Нет, там подожди. Угу. А, тут Векса стреляется с ними. Вот здесь что. Да там опасненько. Охуй. Ёпта. Паучки. Все сразу. На, нахер по щам. Ёп твою. Жиги сюда. Да не-не-не, беги. Ехай. Как? Большой Векс, раздави его. Окей. Не вопрос. Не знаю, я по всем стреляю. Я тоже. Гений. Ясно. Да, он в катке. А, ты там? Ага. Слышь, ты куда ты пешнулся? Я тут, до сих пор. Да, это я босику. Этот... Здоровый. Пидор огромный, да. Косой. Сейчас прочитаем, кусь, погоди. Все, готов. Сегодня ходил из школы на мероприятие. Была акция, новое поколение выбирает энергосбережение. Садись. Я не вижу тебя. Активирую защитное поле. Экзокейт 6, встаньте в защиту. У тебя, походу, опять, да, загрузка? Не-не-не, я тут. Странно, я тебя вроде не вижу. Я в сторону задания. Все, вижу. Или чё? Погнали. Поехали. Убер вызывали? Да. Так, новое поколение выбирает энергосбережение. 1.5-2 часа ходили по улицам, подходили к людям, приглашали их присоединяться к нашей акции, раздавали памятки с правилами энергосбережения. Угадайте, у кого сегодня поднялась температура. Энергосбережение? Что? Да. Советую поторопиться. Кажется, они только что сказали, что хотят оторвать мой рок. Мой прекрасный, замечательный рок. Угроза вторжения.
Я бы очень расстроился, если бы кто-то захотел оторвать мой рог. Да. А вот этого я, пожалуй, вот так тот. Опа, раз, два. Он ага, катался. Он ТП-шнулся. Ну и хер бы с ним. Ебать их тут нахуй. Угу. Отъебитесь. Да все, мелких уже не так много. Найс. Nice. Падшие что-то выронили. Пушка! Чё за пушка? Чё за пушка? О, нормально. На нахуй. Потратил всего 12 патронов от неё. А сколько там всего? 50 было. Нормально. Гениально. Вы нас спасли. Обновляю список экипажа. Да не за что. Герми, как в Тетрис поиграли? Да нормально. Как и всегда, один ложится на другого, другой на третьего. Эй, не высовывайся. Нормально. Значит, это правда. Чё правда? По поводу света. Ага, свет вернулся к тебе. А у меня, кстати, озвучка пропала. Ага. Нормально, ребят. Игре Good называется. Починить не могли. О, вернулась. Добраться близко к Гоу, пальнуть ему в башку, потом слопать бутер. Сначала надо разобраться в этой штуке. А, так это вот он, да, с этим, с пистолетом изначально был? Кейт, это не сделать одному. С чего это? Ну, убьешь ты Гоула. Когда Красный Легион покидает систему, победа ли, поражение, они все уничтожают. Кабал – злодеи, которые творят зло. Ага, я понял. Извини, но я тебе не верю. Кабал не оставляет за собой абсолютно ничего. Руки зажало. Способное уничтожать звезды. И оно нацелено на наше солнце. Эй, 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 тише, тише. Схемы перегорят. Завалы есть план. Ты ему нужен, Кейт. Ага, Завала всегда говорит, что у него план. А сам просто... Стоп. Завала сказал, что я ему нужен? Опа! Вы видели, как он говорил эти слова? Ушами. Да, видели. Скажите мне, что у вас есть запись. Нет. Хоть и Кора это слышала? Вообще-то, она пропала после падения города. Мы не знаем, где она. Опять. Угу. Блин, что мне за этих, за механических надо было играть? Они пизже, чем вот эти. У них лица не такие стрёмные. Да, ты все равно маску одеваешь. Да блин, в городе-то когда снимаю, пипец там. Не нравится мне. Как ваш день прошел, Герми, принцесска? Я тебе хвост оторву, вот что я тебе могу сказать. Ну, охотник 20 уровня. 20 уровень дали? Угу. Я специально эту хуйню поставил на отслеживание, чтобы как выполнил, увидел. Угу. Да день обычно. Как он у меня прошел? Я проспал полдня. Проснулся, поел и давай задротить. Да. Да, поиграли в Destiny, он ушел, я пошел в Радугу. Да. Угорел чуть-чуть в Радуге.
играли. Закончили, пошел. Три катки отыграл в стане в Тетрис. И вот, сидим. Кого? В смысле? Ну слушай, вот ты написал 500 серебра за 365 рублей, это нормально. Недорого. Ну такое себе. Чего? Дорого. Недорого. За 500 серебра ты целый набор забираешь. Я нейроматрица. Рада, что нам удалось встретиться лично. Там с оружием... Нет, да. Там да. Случайно что-то выпадает, я думаю. Буду рада. Нет. С ну хрен знает. Они дико бомбили на них то, что типа какого хера так дорого все, вот они сделали так. Я читал по поводу... Ну, смотрел. Доступен новый мир и новая миссия. Контакты я уже взял, так что я пошел. Куда? Не знаю, на улице. Чего ты взял? Контракты. А. Ты типа уже здесь был? В смысле, нет. А какие контракты ты взял? Ну, сейчас увидишь, загрузишься там внутри. А. Ну, сейчас, погоди меня. Ты вообще нормальный? Нормальный. Тебе там вопрос задали. А, это еще за что? За принцесску. Мимо хвост нужен. Не надо его отрывать. Я подумаю над твоим поведением. Многие мои системы нуждаются в ремонте. Предлагаю следующее. Добыть компоненты для анализа. Окей. Что там еще грузишься, да? А, уже все. Да. Я так скажу, девочкам хвостик не нужен. Принцесска не буянь, а то покусаю. Ой, да и так вся обслюнявил, но... Вот видишь, не? Угу. Миссия по спасению. Угу. Рубежи обновлены. Хрена себе тут. Ёпт, тут заданий. Да, у нас задание какое-то только. Доступ к способности. Телепорты, 3 телепорта, 4. 4 телепорта тут. Погнали задание по желанию. В смысле, какое? Любое вот имеешь? Прям рядом у нас здесь. А, взлом планеты. Нет, вот здесь вот 70 метров. Я, пожалуй, просто за тобой побегу нахрен. Что-то я не совсем понимаю. Или ты на мероприятии? А, ну это мероприятие. Нам же ему надо. Ну, хрен нет. Это очень плохая новость. Прошу, остановите их. Сука. Как вовремя, а? Телепортнулся. И тут нет боеприпасов. Ну ладно. А, неуязвимость, окей. Где он, блять, вот он. Изи. Угу. Получилось. Мы сломали прислужника. Вам известно, что эфир не наносит организму необратимого урона. Вы, кстати, почему еще не спите, ваше высочество? Потому что, потому что детское время. Вот миссия по спасению. Наденьте маску сами, прежде чем помогать. Ты же выбрал его, да? У тебя тоже оно висит? Ну, вроде да. Слева, вверху. Угу. Ну, под радаром.
Достигните 11 уровня и выполните миссию святотатства на ИО. На черном исходе соберите их пустые блоки. Падших на черном исходе. Можем пока так по миссиям побегать. Ну, а здесь и надо вот это вот. Наденьте маску, прежде чем помогать другим. В смысле? Все, что вандалов... У меня тут вандалов. Нет этого. Вандалов падших. Опа. Надо вандалов падших убивать. Ну. Во. У меня... А, вот, тоже есть что-то такое. Вот. Вот таких надо 6 штук. Вон они там впереди еще. О, сзади появились. Для принцессы детское время уже закончилось. Кусь, ну чё ж ты тогда не спишь? Раз понимаешь всё, что все, пора спать. Так. Мощное снаряжение. О, черный исход. Так, ешка. А где этот уровень, интересно, смотреть? В смысле? Твой? Ты имеешь в виду уровень твоего персонажа или что? Нет. Так. Единственное, чем надо в коллекции зайти. Или еще рано, осколки. Нет, вот. Несс. Детектор тайников Несс. Да, надо тоже